действительно приостановила для изучения дальнейшего вопроса. Почему? Потому что, в принципе, это грант безвозмездный. Но, во-первых, они должны быть уверены, что эти деньги пойдут по назначению именно туда, на закупку троллейбусов. Если мы закупим троллейбусы, это еще не гарантирует дальнейшей стабильности предприятия. Вы понимаете? Для того, чтобы была дальнейшая стабильность предприятия, надо какие-то гарантии государства. Да, еще в связи с тем, что тут у нас арестовали счета, частная компания, вы понимаете? Это же не просто какая-то серьезная должность, а частная компания, которая претендует на определенное имущество, арестовала счета коммунального предприятия. То есть это тоже как бы своего рода останавливает решение вопроса.